Ну, ну, хуй знает. О, еще что-то нашел, ну-ка. А что он слушать не дает, сука? Зараза. Со словами, с нерусскими. Не вопрос. Седьмая сверху. Ну вот 8-я, блядь, по-моему, должна зайти. Cool Music это вроде. А? Cool Music называется. Нет, ниже которая. А, нет, выше которая.
Я потерял. На второй странице. Всего. На второй странице 15 сверху. Вот там, где коптер подготовит, подготовка взлет, через одну вниз. Немедленно. А? Что-то как-то медленно как-то, не? Ладно, все поищем. Сейчас я тебе скину ссылку примерно, что бы хотелось. Я так думаю, раз ее на нее видео накладывают все, кому не лень, значит, у нее нет авторских прав. Потому что в Ютубе этих, блядь, переделанные этой песни миллион, блядь, версий. А на всех сайтах одно и то же. Валико! А, Валико, да, Эртиц Хуари, дай. Валико, 8 был, один баран куда делся. Или там меня звали? А себя ты посчитал? Нет. Модер, ваше не надо. Так 8 это вместе с тобой. Нет, надо перекурить себе. Делайте со мной.
Повреждение башни невозможно. Уничтожен механизм.
подонок! Валико, 8, один баран куда делся? Я не там имею отвали. А себя ты посчитал? Нет. Ходор, ваш я не на так 8 это вместе с тобой был. Ва, чем я на таком пина? 8 это вместе со мной было. Лёха, ты что ли гоняешь? Нет. Перестань чувствовать, что он... На тебе лайк! Сука, лучше поехали, блядь. Нормально. Ну что бы вместе со всей этой толпой сюда лучше? Хватит цвета или себя? Танки,
наверное, вообще никто ничего не играет, кроме Санчеса. А, да. Блин, я смотрю, как здесь стоят. Вот. Так, ссылку скинул. Знаешь, какая песня? Подожди. Чё в тему, так. Чтобы найти, блин, далеко где-то в середине. Блять, я уже сам ее потерял. Короче, музыка для YouTube, там тр-тр-тр, минус один. Там около, где длина дорожки, там последний там тр-тр, минус один. Алёха, давай вот тут вот на ней, видишь, по каким-то этим, по буксам, может быть, там по 4, по 5, давай тут вот в них посчитаем. Двенадцатая. Ну, там несколько этих штук по одной песне. Двенадцатая херня. Раз, два, три, четыре, пять. Шестая песня. Типа Блейда. Без АП? Да. И минус один там. Бля, вот это да. Типа Блейда, да? Вот это пойдет. Вот, ну все, я сейчас поставлю. Ну-ка, включи, а духу слушаешь, нет, там нажми на кнопочку. А? На кнопочку-то нажми, чтобы я слышал. Я в наушниках, как ты будешь слышать? Ну, подпевай. Ну-ка, написано, музыка для YouTube без АП, музыка для YouTube без АП, авторских прав, тире один. Да, 4.02. Да, она, все, сейчас я скачаю. Скачается. Пробитие. Все, сейчас запущу Экос. Есть попадание. О, блядь, сейчас котлетки буду есть. Лёха, еще спустись на раз, два, три, на пять. Музыка без авторских прав, пять. Сейчас. Сайт искал, сейчас буду искать. Это еще 12 плюс 5, что ли, 17? Ну да, вот отклика, что мы взяли. Раз, два, три, четыре, пять. Пять песен или пять или колонок? Пять песен. В том же 12-м боксе еще плюс 5. Thank you.
Не знаю даже. Ну такая вроде ничего, тоже таким, с таким с подвывертом, с таким с напряжением выходит. Так следующую слушай. Монотонно. В принципе, неплохо, но одно и то же, блядь. Ладно, сейчас еще что-нибудь послушаюсь. О, тут рок есть, ниже. Насколько ниже? Повреждение гусеницы. Шанс разрыва увеличен. Ой, мамочка! Мне в пизду после этой, где вот эти песни мы где-то по связи слушали. Раз колонка. И во второй колонке третья песня. Рок без авторских поправ 2 называется. Два? А, ну. По-моему, те две лучше. А? Те две лучше, по-моему. А, еще послушаем, что есть. Повреждение гусеницы. Шанс разрыва увеличен. Валико! Музыка, блять, у меня сегодня не закончил работать на... Валико, 8 был, один баран куда делся? А себя ты посчитал? Нет. Так 8 это вместе с тобой было. 8 это вместе со мной было. Себя ты посчитал. И себя ты посчитал? Это, конечно, это, конечно, вообще все было, блядь. Что-то я вообще никого выцелить не мог. Повреждение гусеницы. Шанс разрыва увеличен. Ой, мамочка! Мне в пизду сейчас дадут!
77 здесь? Да. Вижу. А, тут вообще есть чисто гитарные. Прикольно. Гитарные тоже бывают. Ну там ниже, если некогда, если есть время. Прокрути там гитарный минус называется. Через 20 минут, блин, надо сделать просто. Валико 8 был, один баран пододелся. А себя ты посчитал? Нет. Так 8 это вместе с тобой было. 8 это вместе со мной было.
И да. Ах, ты засранец. Анубис. О, Никита, здорово. Здорово. Откину. Значит, что у тебя лампочка есть? Ух, нихуя. Я уже увидел, что нет. Я что-то убил. Проломил. У меня отцов сразу. Ну. Не, ну можно поставить же просветленную оптику. Сейчас в дыню получишь, сразу поймешь.
Все, я заебался искать. Я нашел, сейчас одну сейчас поставлю. Нет, так правильно. Там потом можно посидеть, проискать и с ума сойти. Ни на чем так и не остановиться. Там и цели не было, я так и не понял, куда стрелял. О, 2000 боев. Вот я вот не пойму, вот на такие вот праздники, что им было, блядь, трудно 100 голды тебе дать, да? Ну вот, что командование вас поздравляет туда-сюда, да? А, типа 2000, что ли? Не, ну, типа вот что командование тебя поздравляет, что ты, блядь, вы, ну, дайте хоть 10 голды, ну, хоть какой-то стимул, блядь. Нет. А не считаешь, что поздравления уже осталось? Ну да. Вот вам открытка, блядь, на 1 мая. Идите нахуй. По идее, вот так вот, если разобраться, да, что почему бы не стимулировать, раз они хотят онлайн поддерживать, им этого, блядь, плюшка, что вот тебе 50 тысяч дают, да, на тебе, блядь, там, ну, 500. Да, так вот именно какой-то стимул-то должен быть, а они, вот тебе командование, у меня уже командование заебалось, сколько у меня, 47 тысяч дают, 7 лет хуячить, вот это хуетень, блядь, и... Буду хуять со звоны. Ну ты ж ты в любом случае с ним будешь. Так не, так понятно, но могли бы какой-то, блядь, что вот за каждую там, блядь, 5000-ный бой, что вот тебе там, ну 100 голды, хуй с ним, блядь, больше не надо.
Ахина. Мехвод контужен. Скорость движения и поворотов снижена. Есть отставить. Ну я видел, она так эти здорово бы не пришла. Цель захвачена. Есть оставить цель. Я не вижу. А ты от моду от кого скачал? Я понял, XVM это XVM, а ты вообще моды скинь. Вот именно в протанках там, к примеру, есть, да, убрать раскачивание. А я знаю, это не раскачивание, а просто она идет. Хайвай с семерками. Это на чем? 4.85. И на хера тебе на ней фугасится, что делать? Как, какой танковать ты че? Вон едешь прямо на дорожку, вставай. Пил, пил, пил. Не, ну тебе в городе это явно делать нельзя. Вот сюда сейчас налево сразу на горы, ой, на дорогу. Никого нету налево. Там даже света еще нет налево, но это потому что у меня нет никого. Я туда не поеду. А я тебе вообще говорил, что не в город ехать. Надо было налево ехать по. Ну, тут
ты здесь сольешь.
единицы. Шанс разрыва увеличен. Yeah.